4 стадии турніру і 10 команд. З мая по червень я навели боротьбу за Кубок Могилева по футболе. У финал вышли Сервалюкс Агра и Магнит. В опыт супрать молодости. Миновито так болельщики и специалисты казали про гэты поединок. Кубок в этом году, конечно, прекрасен тем, что команды в целом все ровные. Об этом говорит результаты на каждой стадии. В основном счета это 3-2, 2-1, 1-0. Каждый год, в принципе, мы видим новые, все более новые команды в финале. Это тоже радует. Шмат небеспечных моментов без голов. Основного и додаткового часу для вызначения пераможцы было мало. Усё вырашалося у серии пенальти. Новый уладальник Кубка города – футбольный клуб «Магнит». Выходили только в полуфинал, у нас самое было достижение, это в том году. В позатом тоже не смогли выйти, и только вот на третий год вышли в финал. Этот сезон начинаем вообще с очень хорошим настроением, все молодцы. Ну, команда у нас очень дружная, я думаю, это нам помогло, что мы так и, получается, выиграли финал. В принципе, игрой довольны, просто не хватило немножко какого-то везения. Ну и хотелось бы поаплодировать вратарю соперника. Молодец, красавчик. Голов не было забито, но все-таки моменты были. Болельщиков очень много пришло, здорово. Аматорский футбольный сезон у Могилеве только стартовал. Ободва финалиста «Магнит» и «Сервалюкс Агра» еще позмагаются за Кубок Могилевской области. Турнир начнется у липени. Покуль же команды засяродятся на чемпионате города. Илья Соболев, Александр Артемьев, новины региона.